Дети болеют коронавирусной инфекцией не реже, чем взрослые. Однако они легче переносят болезнь. Об этом заявил детский хирург Рамис Полухов. В стране зафиксирован случай инфицирования 2-летнего ребенка. Под наблюдением врачей находится и 6-летний ребенок, заболевший COVID-19. Процент заболеваемости среди детей наиболее низкий, но факты заражения есть. У 95% несовершеннолетних болезнь протекает без симптомов. Тяжелое состояние наблюдается только у 5% лиц данной возрастной категории. В критическом состоянии бывают единицы. Родители же не обращаются за медицинской помощью вовремя, так как не замечают симптомов вируса. Более тяжело заболевание протекает в группе до 3 лет. Детей необходимо беречь от вируса. По словам врача, пик заболеваемости в Азербайджане будет зафиксирован в ближайшие дни. На данный момент состояние большинства проходящих лечение оценивается как стабильное. Жители не должны покидать свои дома. Так можно будет предотвратить распространение инфекции. Не ходите в гости во время карантина. Несмотря на все наши призывы, многие не соблюдают эти правила. Мы, врачи, работаем и днем, и ночью, но нам также необходима поддержка. А поддержать нас можно, не выходя из дома без крайней необходимости. Для защиты от вируса врач рекомендует носить медицинскую маску и перчатки, соблюдать необходимую дистанцию и тщательно мыть руки. При наличии симптомов коронавируса следует немедленно обращаться к врачам. Шамиста Мамедов, Наиля Гасанова, CBC.